Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 августа, день Мирона, назван в честь памяти святого мученика Мирона. В день праздника Рождества Христова Игемон Антипатр решил христиан предать мучением. Святой Мирон стал его укорять. За это Мирон был взят и предан жестоким мучениям. Его строгали железными гребнями, пытались сжечь печи. Ангелы охладили печь, сдирали кожу, бросали к зверям. Но святой оставался живым и невредимым. Антипатр так преисполнился гнева, что своими собственными руками умертвил себя. Обычно на Мирона дули ветры, поэтому он получил название Мирон Ветрогон. Было у этого дня и другое название – Вдовьи помощи. В этот день помогали сиротам, вдовам и семьям, лишенным кормильцам. Говорили, на вдовий двор хоть щепку кинь. Соседи помогали косить сено, удобрять поля, рубили дрова и иное. Хозяйки сегодня вырезали побеги малины, которые в этом году уже принесли ягоды. Подкармливали почву, используя раствор на основе калия. Начинались листопады, а птицы улетали в теплые края. Приметы. Если на восходе солнца небо красное, погода будет ветреной. Солнце садится в тучу, ближайшие дни будут дожди. Полетела паутина в этот день, установится солнечная погода. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма, и за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом, значит, употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, освободим кружечку, берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много не надо, но тем не менее. Вот. Размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получать только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. О, отлично, отлично. Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло, она очищает печень, она очищает почки, она делает желчь более текучей, и, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу, а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу,
у нас исчезает с вами старческое слабоумие. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе, видите, зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления. В сочетании с другими соками он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками. И сейчас мы с вами сделаем яблочно-огуречный сок. Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна, поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкости организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физической нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги. Как вы прожили этот лунный месяц? Приливы есть во всех делах людских. И те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобно светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во всем. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и гайморовые пазухи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!